Добрый день! Сегодня мы находимся в гримерке Стартайма. И сейчас идет подготовка. Смотри, про последний генеральный прогон. Последний генеральный прогон вообще к выступлению. А сейчас мы прогоняем... Прошу за мной. Это наше расписание, наше вообще выступление. Значит, у нас мы уже выступили с All Jazz, этот кавашка. Короче, вот мы сейчас уже выходим на сцену, поэтому... Я еще буду пока что с вами. Ведущий телепрограммы «Шоумания» в Стартайме. Встречайте, Богдан Рагульский. Мальчик, я чудо. Вот так вот. Так, это наши люди. Ай, как мы ноги мажем. Костя, где ты делал мои салфетки? Что ты бешен, зрубай? Так, мы ноги все мажем. Ну, сними как бы. Улыбаемся и машем. Когда-то выпускной Стартайма сегодня. Она не мешала, я тоже ей буду мешать. Дубль один. Кривляйся. Сама кривляйся. Смешные вы. Ой, как красота. Да ну, Костик, улыбайся. Добрый день. Оператор, блин. Ты хотя бы училась с этой Капанкакар, или в поплавке, вот так. Всех порядок, все вещи в порядке, люди. Я буду за тобой ходить, Костя. Костя, сейчас улыбайтесь нам. Скажите пару слов. Я сейчас стою, кстати, заслуженная артистка Украины, Наталья Бусько. Простите. А еще потом, а то... Вот так надо смотреть. Вы там, а то не робили мені там гадостей. А что, что? Похлопайте. Це ж таке. А Стартайм? Что? Привет, Стартайм. Привет. Пока, Стартайм. Привет, привет. Спасибо. Пока, пока. А что? Да. Мне, кто смотри сюда. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, папе, своей собачке Мухтару. Хочу, чтобы... Аня, кстати, по поводу диджея. Вот то, чтобы никто ничего не бачил, бо я тут звезда. Ладно. Вот неправда. Мы звезды, да, потому Алибуда. Что мы работаем и учимся в Стартайме. Правильно? Да. И туда. И туда все нет, звезды. Меня за столиками спрашивают, где же звезды? Я говорю, на небо пошли. Зазвездились. Особенно сегодня все звезды, особенно я самая звезданутая. На голову. Богдан. Я не поняла. Ты точно продюсер? Она мне... Знаешь что? Я продюсер их двоих. Знаешь, я вот что-то не понимаю. Вот что в последнее время звездная болезнь стала одним из главных таким фактором каждой звезды, понимаешь? И это касается именно его. Что ты что? Да, я да, хочу да. сказать, да, что да, звезды, да, не могут работать да, без бизнеса. Да, тут у нас специально есть психолог, да, который работает да, с такими, кстати, как... Кстати, в зале есть наш психолог? Да, есть. Есть. У него сегодня день рождения. Уважаемый психолог! Поздравляем вас! Иначе мы были психами. Нами надо было дорогой психолог. Да. От всей души, от всего Стартайма мы поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам поменьше видеть да. своей, вообще в своей жизни психов. Да. Они такие странные. Как... Прям как мы, да? Вот, и желаем вам крепкого здоровья, сил. Один Костя желает. Короче, мы присоединяемся. Да, поздравляем. Мы вас ценим. Я тоже присоединяюсь. Да. Психолог, я надеюсь, вы меня помните. Давай, застегивай. Оксана. О! Сказать большое спасибо. Не надо ее уже. А? Что? Ну, извини. А? Лена, зачем ты снимаешь, если мы потом это... Зачем я купил тебе фотоаппарат, чтобы ты фоткал? Надю! А я хочу фотографию с Рудольфом. И я только. Можно мне такое устроить? А может потом? Нет, я сейчас хорошо выгляжу, да. Две минуты начинается, we через пять минут. Все, верни бубен обратно. Верни бубенчик, а что на бубене будет? Поем. Что сейчас? Что сейчас? Не мешайте. Зажигай сердце. Кто-нибудь.
Что ты нас снимаешь? Что ты не снимаешь, бо я разозлюсь и разбью камеру. Ненавижу твоя черная кофточка, пошла вон. Все! Все!